От наших предков в наследство мы получаем немало полезных рецептов, народных методов лечения и вкусных кулинарных секретов. Этот рецепт, о котором идет речь, является и средством лечения, и вкусным кулинарным рецептом одновременно. Он поможет справиться с холестерином, вздутием живота, укрепит иммунитет и даст организму много витамина С для профилактики простуды и инфекционных заболеваний. Это укропный соус с дополнительными ингредиентами. Для его приготовления берем около 200 граммов укропа, 5 зубчиков чеснока средней величины, 1 лимон, около 40-50 граммов оливкового масла и немного соли по вкусу. При желании можно добавить немного мяты, базилика, кориандра и других специй. Рубим укроп. Не слишком мелко, можно даже порвать руками. При резке выделяется много сока, а если порвать его руками, все полезные эфирные масла сохранятся и попадут в эту смесь. Чеснок чистим и растираем в ступке с щепоткой поваренной соли. Чеснок важно именно потолочь, так он сможет отдать гораздо больше сока и не будет иметь крупных фракций в составе окончательной пасты. Натираем цедру лимона на терке. Перед этим нужно ошпарить лимон кипятком, поскольку в промышленности лимоны покрывают парафиновой пленкой. При обработке в кипятке пленку можно смыть. Долго ошпаривать не надо, иначе цедра потеряет свой вкус. Все ингредиенты соединяем в керамической миске. Солим, перчим, заливаем маслом и снова перемешиваем. Хранить массу можно в стеклянных баночках с закручивающейся крышкой, а на зиму вообще можно заморозить. Это не просто целебное средство, это уникальная вкусная заправка для первых блюд, гарниров, мяса и рыбы. Соус можно использовать на свое усмотрение. Да и в выпечке эта масса будет смотреться замечательно. Булочки с укропом и чесноком будут ароматными и полюбятся всем членам семьи.